Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Рад приветствовать вас в нашей программе, в которой мы обсудим актуальные, главные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей программы, которых я сразу же хочу представить. С нами сегодня в эфире Борис Пинхус, руководитель Республиканской партии 45-го округа Ассамблеи штата Нью-Йорк. Борис, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. И Александр Мацука, директор секретариата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ну, добавляю бывший, поскольку сейчас Александр Мацука уже не занимает эту должность, находясь на пенсии. Александр, приветствую вас. Добрый день. Ну что, друзья, давайте обсудим несколько основных тем этой недели и начнем с темы скандальной. Она международная, касается она и Соединенных Штатов, поскольку здесь задействована гражданка Соединенных Штатов. Я говорю о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл. Оно вышло в понедельник на этой неделе на канале CBS. Они дали интервью Опре Уинфри, и реакция на это интервью в мире, в Великобритании, очень и очень резкая, мнения разные. Хотелось бы послушать и ваше мнение. Итак, Борис, давайте с вас начнем. Ваш комментарий по поводу всего этого, что они наговорили в течение 2 часов. Достаточно пространное было интервью. Борис. На мой взгляд, это интервью было заранее запланировано, это провокация, самая натуральная. Это звено одной и той же цепи, которая представляет собой атаку на консервативных сил и в Америке, и в Европе со стороны леворадикальных. Опра как раз и представляет собой одну из них, неблагодарная тому, чему она обязана в этой стране. А что касается королевской семьи, она давно является мишенью левых радикальных сил. И то, что произошло, обратите внимание, сама Меган никогда не слышала никогда это от слов ее мужа Герри. На мой взгляд, это чушь собачья. Это на мой взгляд. Сейчас, секундочку, Борис. О чем вы говорите? Конкретно какая тема? Что она не слышала и что она услышала от своего мужа? Якобы ее муж был опрошен бабулей, королевой, по поводу какого цвета ребенка они ожидают. Не будет ли он слишком черным? Вот такой вот разговор был, якобы. Это, видите ли, оскорбило эту самую Меган, и она, видите ли, до такой степени была в депрессии, что готова была даже покончить жизнь самоубийством. Вы обратите внимание. Честно говоря, эта интрига, она не новая. Она имеет продолжение с тех пор, когда эта же Меган устроила скандал между двумя братьями. Они в последнее время даже не разговаривали друг с другом до такой степени. Более того, она сама же конфликтовала и с женой Вильяма, старшего брата Герри. И поэтому я считаю, что просто она пришла с улицы. Это человек ни по культуре, ни по уровню образования, ни по каким статьям не подходила именно элите британской, в частности, королевской семье. Это мое убеждение. И сегодня наши леваки, американские, просто раскручивают это, атакуя консерваторов Европы тоже. Обратите внимание. Поэтому я думаю, что это рассусоливается, растаскивается по желтым таблоидам. Цель одна – атаковать консерваторов, как в Америке, так и в Европе. И это европейские левые, желтая пресса тоже подхватила, обратите внимание. И кто сегодня атакует королевскую семью? Это левые радикалы из Британии. Те самые, которые проиграли выборы последние. И мне понравилась очень реакция премьер-министра Джонсона, который четко дал понять, что королевская семья является святой, она олицетворяет ценности
иудохристианские, и любое посягательство на эту семью, оно аморально. Я согласен с вами, Борис. Я должен сказать, что одна из тем, которые были освещены в этом интервью, это то, что ее интересовались по поводу того, не интересовались, я так понимаю, что просто было обсуждение, а какого цвета будет ребенок. На самом деле не была бы такая наэлектризованная ситуация по поводу всех этих расовых тем у нас в Соединенных Штатах, а интервью проходило ведь у нас в Калифорнии. Да. Я думаю, что здесь вообще трудно понять, в чем вопрос. Сидят люди, обсуждают, причем Гарри, он сказал, что это не королева задавала вопрос и не ее супруг. Сидят, обсуждают и говорят, вполне возможно, что твой ребенок будет черным или он будет белым и так далее. Что здесь такого? В наше накаленное время это сразу воспринимается как едва ли не обрушение всех святынь. Не дай бог об этом заговорить. Это же сидят родственники. Сидит брат, допустим, твой, сидит его супруга. Мы сидим в семейном кругу, это обсуждаем. Здесь ничего такого нет. Действительно, это означает, на мой взгляд, то, что Меган Маркл в основном это она, поскольку я лично считаю ее мужа, говоря простым языком, подкаблучником. Он вообще уходит от ответов, если вы обратите внимание в этом интервью. Меган Маркл просто-напросто объявила войну королевской семье, объявила, наверное, и войну этому институту, который существует, поскольку ей масса вещей не понравилась. И, к примеру, ей не понравилось то, что перед королевой она должна была делать книксы, то есть она должна была поклониться. Ей эти традиции не годятся. Мы живем в удивительное время, когда мы должны принимать традиции кого угодно, каких-то аборигенов с островов, тех, кто к нам приезжает. Мы должны чтить их традиции, мы должны понимать, что не дай бог в эту сторону нам косо посмотреть, это неправильно. Но при этом традиции королевской семьи мы не уважаем. Почему именно в эту сторону мы не уважаем, а в другую мы повернемся, и мы должны только с благоговением к этому относиться. Приезжают ли к нам мусульмане, приезжают ли к нам китайцы, приезжают ли к нам евреи и так далее. Вот здесь мы должны очень внимательно относиться и очень бережно. А королевские традиции, плевать мы на них хотели. Александр, как вы рассматриваете это интервью? С какой точки зрения? Прежде всего, вы знаете, меня совершенно не удивило это интервью, этого следовало ожидать, потому что действительно королевская невестка явно не была не ко двору, она не то что не пришлась ко двору, а я согласен с Борисом, она из совершенно другого круга, и она не подходит этой семье, она не воспринимает эту семью. И для нее, я бы честно сказать, я думаю, что это, вы знаете, это ее инициатива, и вот эта тема, которая возникла, расовая, это ее желание подыграть, быть в тренде, показать себя, что ее обидели, потому что она иного цвета, якобы. Но если уже говорить о расизме, то, как говорится, уже кто бы говорил. По-моему, российские скандалы в королевской семье были связаны как раз с ее мужем. Это он одевался в нацистскую форму на вечеринке, это он обзывал своих коллег-пакистанцев, это были публичные скандалы. Что касается этого, это просто то, что сейчас называют хайп. То есть они пришли на передачу, они решили как-то себя позиционировать, их обидели именно по-расовому. Не потому, что она себя вела непристойно, не потому, что есть открытое письмо ее слуг, которые утверждают, что она занималась откровенным буллингом всех их. Потому что она, видите ли, черная, и ее не приняли. Ей не хотелось делать Никсона перед королевой. Но это как раз тот случай, когда она пришла в семью, и она хочет, чтобы это... Я согласен совершенно с вами, Геннадий, что она приходит в чужой монастырь со своим уставом. Меня взяли в семью, но я хочу, чтобы эта семья вращалась вокруг меня.
Ничего удивительного. Неудавшаяся актриса, модель, ну, в общем-то, можно себе представить. Она думала, что она попадет в сказку. Она попала в достаточно консервативную атмосферу, где ей было неинтересно, ей не было праздника. Она хочет праздника. Поэтому они вернулись, в конце концов, они вернулись в Калифорнию. Вот, и сначала поехали в Канаду, а потом переехали в Калифорнию. Потому что в Канаде скучно. Там нету вот этого вот вечного праздника, к которому она всю жизнь стремилась. Поэтому она хотела быть моделью, она хотела быть актрисой, но не получилось. Вот не получилось быть и членом королевской семьи. Вот. Поэтому сейчас она будет выплескивать какие-то еще новые скандалы, выдуманные. Вот. Потому что ведь кто, это же ее слово против чего-то другого слова. Это она считает, что к ней так относились. Это она считает, что ее там к ней. Да, она не была, там ничего не вращалось вокруг нее, там все вращается вокруг королевы, потому что королева – это она, Елизавета, а не кто-то другой. Ей хотелось, чтобы все вращалось вокруг нее, она хотела переключить внимание на себя. Внимание не получилось, теперь она это делает в студии у Опры, которая тоже 7 миллионов долларов от себе за такое интервью. Да что угодно они расскажут. И покажут, если нужно. Я с вами согласен, да. Я должен сказать, что ведь Маргарет Тэтчер как-то, она не ставила перед собой вопрос, кланяться перед королевой или нет. Это традиция. Маргарет Тэтчер, премьер-министр, она, в общем-то, это делает. И нормально все для нее. Здесь даже меня не столько интересует сама эта девушка молодая, сколько то, что это все падает на очень благоприятную почву в нас, Соединенных Штатах. Я думаю, было бы другое время, эту тему бы сегодня не раскручивать. Но сегодня, именно в настоящее время, это все понятно, что вызовет обязательно реакцию. Причем мы должны понять, в какой стране мы живем, когда и первый президент Вашингтон, Джордж Вашингтон, в общем-то, уже сносят его памятники. Мы говорим о том, что сегодня существует cancel culture. Это целое движение, которое, в общем-то, готово упразднить всю культуру, ну, теперь это называют культуру белых. На днях появилось сообщение, что из школ Нью-Йорка даже будет исключено имя Исаака Ньютона, величайшего ученого-физика, который, ну, он на свою беду оказался белым. И я думаю, что скоро и Эйнштейна тоже белый, да еще и еврей. Почему бы его не исключить из программ не только Нью-Йоркской школы? И так далее. Мы существуем в тот период исторический, когда, видимо, вот это главное сегодня является уничтожение культурных ценностей, уничтожение ценностей вообще существующих традиций. И это, наверное, очень важный момент, который это интервью просто как лакмусовая бумажка проявило, который уже раз. Вот такое наше время, такое милое тысячелетие на дворе. Борис, как вы считаете? Совершенно верно. Вся беда в том, что надо честно признать, Запад теряет свои ценности. Запад катится к катастрофе. Юдохристианская платформа, на которой жиждется западная цивилизация, она сегодня трещит по швам. И не случайно то, что происходит сегодня в Америке, имело продолжение именно в Великобритании, как одном из самых либеральных стран в Западной Европе. Именно в Великобритании сегодня мы наблюдаем опустение церквей. Вы знаете о том, что за последние 5 лет 242 церкви опустели? Опустели, потому что британцы перестали ходить в церковь. А вы думаете, они пустуют по сей день? Не тут-то было. Там сегодня оккупировано мусульманами. Я абсолютно не против мусульман. Дай Бог всем мусульманам здоровья. Но беда вся в том, что мусульмане приходят не интегрироваться в то общество, в которое их приняло, давая возможность пользоваться благами, бенефитами, а напротив, привозя с собой свои порядки, свои традиции. И не случайно сегодня 20 крупнейших городов Британии имеют мэрами мусульман, которые люто ненавидят нашего Трампа. Один из них Хан, мэр Лондона.
который официально перед приездом Трампа заявил, что он как мэр не будет принимать Трампа как положено, гостя великой страны. И все сошло ему с рук. Только Елизавета, королева, так мягко вышла из положения, сказав, что решение принимает не он, а королева и так далее. И так все это пошло на тормоза. Это говорит о многом. И то, что сегодня происходит в нашей стране, в Америке, это самое страшное. Это говорит о том, что сегодня, если консерваторы, если настоящие патриоты Америки, взявшись за руки, не восстанут против того засилия либерализма, которое катится сегодня на американские ценности, то завтра будет поздно. Это мое убеждение. Да, но здесь я согласен, что и мусульмане не хотят интегрироваться. Есть ряд народов, которых пускают сюда, и они, в общем-то, обособленно живут. И даже трудно иногда понять, зачем женщине, которая ходит по американским улицам в никабе и продолжает быть зависимой и от своего мужа, и, в общем-то, зачем она вообще приехала в страну, в которой она, ну, видимо, искала свободы, когда она просила об убежище, когда ее сюда в результате дали ей возможность здесь жить. О каких свободах она говорит, когда она существует по законам шариата? Законы шариата противоречат законам демократии. Поэтому, когда вы говорите о том, что нет желания, и не то что желание интегрироваться, а есть желание навязать свою волю, свою религию, мы можем, вернувшись к разговору о Меган Маркл, говорит то же самое. У нее не было желания интегрироваться в королевскую семью. И сегодня мы это критикуем вот здесь, в нашей программе. А на самом деле я уверен, что миллионы ее поддерживают, поскольку в нашей стране, в Великобритании, существуют сегменты тех, кто представляет страну, которые совершенно точно понимают, что Меган Маркл имела на это право, не только имела. Она замечательно себя ведет, рассказывая о том, какая отвратительная королевская семья и как ей там не дали себя реализовать. Она попала в другие традиции, она эти традиции хочет уничтожить, разрушить. То интервью, в котором она участвовала, в общем-то, доказательство этому. Она выступила войной против традиций королевского дома Великобритании. Это однозначно, это прочитывается. Почему? Потому что она не чтит этих традиций. Я еще раз говорю, чтить традиции какого-нибудь меньшинства – это у нас сегодня принято. А вот традиции королевской семьи – плевать мы на это хотели. Еще раз, в таком мире мы сегодня оказались. Мы все являемся заложниками этого движения «Cancel Culture». И это не только отрицание культуры, это отрицание социума, в котором мы существуем. Давайте перейдем к другой теме. Итак, Александр, по поводу стимулирования пакета в 1 триллион 900 миллиардов долларов. Он принят обеими палатами Конгресса, подписан президентом. Предполагается, что этот пакет помощи вот в таком размере пойдет также на наращивание национальной программы вакцинации, там и безопасное открытие школ, поддержка малого бизнеса и так далее. Республиканцы говорили о том, что для того, чтобы вот все эти стимулы ввести и людей как-то поддержать в эти трудные минуты, хватило бы и больше, там, немногим более, чем 600 миллиардов долларов. Зачем нужен пакет в 1 триллион 900 миллионов, миллиардов долларов? Я, кстати, посмотрел по поводу открытия школ, безопасное открытие школ. Вы знаете, сколько там на это планируется отдать? Там где-то 1 миллиард, там, 700 миллионов долларов. 1 миллиард. А мы говорим сейчас об 1 триллионе. Вот эта разница, 1 триллион 900 миллиардов долларов, то, что пробили демократы, поскольку ситуация сегодня такая, и в Конгрессе, и президент с вице-президентом у нас демократ. Вот эта разница в 1 триллион 300 миллиардов, она очень настораживает, поскольку республиканцы говорят о том, что да, это поддержка, собственно, либеральных идей. Вот в эти миллиард, триллион 300 миллиардов долларов, все, что угодно включено для того, чтобы демократическая партия осуществила свои грандиозные планы и выигрывала в этой стране в 22-м, 24-м и последующих годах. Александр, как вы относитесь к этой цифре 1 триллион 900 миллиардов и вообще к этому подписанному Байденом плану? Ну, по поводу плана, я думаю, что нельзя обвинять демократов в том, что они хотят поднять престиж своей партии
таким образом. Ну, это нормальная совершенно политика. Вот они выиграли выборы, они хотят сейчас на этом укрепить свои позиции. То есть, ну, победитель рулит, тут ничего не сделаешь. Вот. Что касается самой цифры, мне трудно судить, это, я думаю, это вопрос все-таки для профессиональных экономистов, как это может отразиться на экономике. Сейчас, вот, судя по всему, пока вот то, что мы видим сейчас, рынок себя чувствует хорошо, несмотря на все перипетии вот, с замедлением экономики и с пандемией. Вот, мне даже иногда страшно смотреть, как рынок идет вверх. И главное, конечно, главное беспокойство, чтобы действительно, чтобы он не перегрелся, чтобы в рынок не бросили слишком много денег. Вот. Тут трудно сказать, что правильно, что нет. Если эти деньги правильно будут потрачены именно на те цели, которые заявлены, вот, возможно, это будет хорошо для экономики. Вот, если это пойдет на что-то другое, более того, на вот бесконтрольное подкармливание людей, вот, ну как сказать, понимаете, нужно все же нельзя помогать настолько, чтобы у людей пропадал стимул работать. Вот. Такой риск существует, что особенно низкооплачиваемые люди, они будут получать настолько большую помощь, что у них не будет стимула даже возвращаться на работу. Вот. Да, поэтому получают и те, кто работает в белую, и те, кто работает в черную. Вот, поэтому можно получать эту помощь и потихонечку подрабатывать на кэше. Вот, что, в общем-то, будет как раз вести к перегреву, к инфляции, к перегреву экономики. Я согласен с вами. Это называют, собственно, развращением работников, поскольку действительно можно сесть на пособие, и ну, уже это все продолжается больше года. И, в общем-то, продлили, по-моему, до октября, да, пособие по безработице. С одной стороны, это хорошо, действительно, масса людей ищут работу и не могут найти. С другой стороны, они ее и не ищут. Или же, как вы правильно сказали, работают на наличные, а получают при этом пособие. Ну вот я скажу, на этой неделе дефицит государственного бюджета США в феврале, это информация на этой неделе, составил рекордный для этого месяца 310 миллиардов 922 миллиона долларов. Это об этом сообщило Министерство финансов страны. Это на 32,2% превышает показатель за февраль прошлого года. Ну, мне кажется, что когда мы говорим об 1 триллионе 900 миллиардах долларов, вполне можно сказать, что да, победителей не судят, демократы сегодня делают то, что они хотят. И, кстати, я хотел бы, чтобы мы какие-то в дальнейшем сегодня в программе другие темы, обсуждая, тоже это подчеркивали. А они идут на то, что они пробили 1 триллион 900 миллиардов долларов. На мой взгляд, это абсолютно безответственно и перед налогоплательщиками, и перед будущими поколениями, которые будут жить в Соединенных Штатах Америки. Республиканцы недаром называют вот этот план списком пожеланий либералов. И то, что у нас вот такие дыры в госбюджете, можете себе представить, если бы эту цифру называли при Трампе, как бы сейчас начала вопить вся эта либеральная пресса? Кошмар, какие планы мы принимаем, когда у нас сегодня уже жить не на что. Итак, Борис, ваш комментарий по поводу этого плана. Я бы хотел обратить внимание ваше на два фактора. Первый – это рост цен сегодня на все товары первой необходимости. Я уже не говорю о том, что идет рост цен на бензин. Это уже предмет отдельного разговора по поводу политики Байдена по вопросам энергоресурсов и производства энергии. Это отдельный вопрос. И в то же время вбрасывание огромного количества денег, не подкрепленных товаром, это не надо быть семи пядей во лбу, чтобы представлять, что будет инфляция. Инфляция, которая приведет к тому, что произойдет взрыв на финансовом рынке.
и со всеми последующими, отсюда вытекающими последствиями. Об этом, к сожалению, демократы не думают. Они нацелены сегодня на 22-й год, чтобы удержать в руках нижнюю и верхнюю палаты. И, конечно же, готовят Харрис. Кстати, сегодня не Байден управляет страной, а триумфират. Харрис, Шумер, Пелоси. Сегодня Байден является трафаретом. Могу вам привести пример. Вчера он выступал. Впервые появился на публике, говоря о том, что он, как президент, якобы сделал вместе с демократами, выделив американцам 1,9 триллиона долларов. Он приписал себе все заслуги в борьбе с коронавирусом, забыв о том, что именно Трамп заложил основу в инфраструктуре производства вакцин. Именно при Трампе он еще за 9 месяцев до того, как он стал президентом, получил первую вакцину. Это было при Трампе. Именно Трамп выделил огромные деньги и Pfizer'у, и Moderna, и Johnson & Johnson, деньги для начала производства вакцин. Сегодня мы пожинаем плоды тех зерен, которые были брошены в почву для производства инфраструктуры, для организации инфраструктуры и производства вакцин, которыми мы сегодня успешно пользуемся. И, к сожалению, сегодня мы просто на краю пропасти. И если сегодня демократы, я надеюсь, среди них есть еще достаточно умеренные, здравомыслящие, об этом, например, говорит то, что они сегодня собираются сделать с Куомо, который буквально разорил наш штат. Преступник. Он должен быть в тюрьме. Не просто уйти из Олбани, как губернатор. И, к счастью, сегодня не менее 50 членов ассамблеи штата Нью-Йорк осуждают Куомо за его менеджмент в борьбе с коронавирусом, за его ложь, в результате которой он спрятал, скрыл от общественности число погибших по его собственной бездеятельности или бездарным принятием решений, что привело к смерти 15 тысяч пожилых людей в домах престарелых. Я уже не говорю о его сексуальных домогательствах и так далее. То есть я хочу сказать, что среди демократов, я надеюсь, есть здравомыслящие, которые понимают, что происходит сегодня в стране и на экономическом фронте. Вы знаете, я бы здесь добавил, что, видимо, для того, чтобы Куомо наконец ушел со своего поста, пока он, кстати, говорит, что он не уйдет, он останется в своем кресле, но демократы, они уже согласны вынести ему импичмент. Так вот, для того, чтобы все это произошло, смертей 15 тысяч, ведь было мало. Нужно было 6 женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, и только после этого, наконец-то, демократы взялись за голову и сказали, надо, видимо, выносить ему импичмент. У нас 15 тысяч смертей, которые погибли прошлой весной, это недостаточно для обвинений видному демократу, которого прочили едва ли не вице-президенты. Этого недостаточно для того, чтобы его обвинить. Нужны были женщины. Вот это уже работает, это уже проверенный вариант. Как вы считаете, Борис? Совершенно верно. Совершенно верно. Вы посмотрите, сколько двуличия, сколько лицемерия. Как они придирались к Трампу о том, что якобы он домогался женщин еще задолго до того, как он стал президентом. Как они уничтожали Кавана, члена Верховного суда, придравшись какой-то, знаете, приведя сфабрикованный кейс, приведя на слушание в Сенат женщину, которая практически понятия не имела, кто такой Кавана, и в то же время она была соучастницей этой лжи. И посмотрите, а сегодня столько открытых свидетелей, 6, а их будет еще больше, я уверен, в ближайшие пару месяцев. И невзирая на это, находятся демократы в лице Шумера, который защитил Куомо, Пелоси, мягко так вот, несмотря на то, что она женщина, должна была первой защитить свой женский пол.
она этого не сделала. Понимаете, в этом вся трагедия нашего общества. Сегодня нет той демократической партии, партии Кеннеди, партии Лаутенберга, партии президента Эйзенхауэра, которые очень много внесли в улучшение морального климата в нашем обществе. К сожалению, сегодня, еще раз повторю, общество катится к пропасти, и надо что-то предпринимать. И я очень рад, что наш Трамп, благодаря поддержке, которая сегодня имеется среди республиканцев, а он имеет поддержку 97% республиканцев, такого еще никогда не было ни у одного президента, дал согласие возглавить нашу партию и вернуться к борьбе за Белый дом в 2024 году. Вот это обнадеживает, это радует и вселяет надежду на то, что мы сможем удержать нашу страну от падения в пропасть. Борис, ну, с одной стороны, это радует, с другой стороны, реалии существуют, и отталкиваясь от них, можно говорить о том, что сегодня демократы, пользуясь ситуацией, они закладывают успех демократической партии и в 2022 году, и в 2024, и на долгие годы вперед. Мы сейчас говорим о вот этом пакете помощи, в который входит 1 300 миллиардов долларов. Из них, я еще раз хочу сказать, 600 миллиардов республиканцы считают, было бы достаточно для того, чтобы американцы получили помощь. Вот по этим там 1400 долларов. На это достаточно более 600 миллиардов долларов. Не нужно 1 900 000 000 000. Значит, 1 300 000 000 000 они идут на самые разные нужды. Это и вакцинация и так далее. Но это и иммигрантская реформа, это и реформа полиции, это и всякие программы, связанные с неравенством расовым, гендерным и так далее. Республиканцы оторопело смотрят на то, что происходит, и ничего сделать не могут. Мы, давайте перейдем к следующей теме, можем подчеркнуть, что и в другом плане демократы закладывают успех однопартийной системы для себя, естественно. Когда мы говорим о том, что на этой неделе они, в общем-то, заговорили о присвоении Пуэрто-Рико статуса штата. Был внесен законопроект, который описывает процедуру приема этого Карибского острова в состав Соединенных Штатов. Уже они запустили процедуру приема Вашингтона, округ Колумбия, как штата 51-го, а это 52-й. Я напомню нашим слушателям и телезрителям, что в Вашингтоне примерно 95% голосовали за Хиллари Клинтон в 2016 году и примерно столько же, 93% за Джо Байдена. Это абсолютно демократический город, и это значит, что если это будет 51-й штат, от него будут два сенатора. То же самое можно сказать и про Пуэрто-Рико. Итак, будут 52 штата, 104 сенатора, от каждого штата, напомню, по два сенатора обычно, и это значит, что практически у демократов появляется шанс постоянно руководить всеми делами в Сенате. Нижняя палата к ним переходит периодически, а вот Сенат может быть получен на долгие годы вперед. И умело проводя выборы, после 3 ноября ряд демократов, они ведь заявили, что мы победим и 5 января в Джорджии, поскольку знаем, как выигрывать. Умело проводя выборы, в общем-то, мы можем говорить о том, что закладываются основы однопартийной системы. Итак, Александр, ваш комментарий по поводу Пуэрто-Рико. Ну, прежде всего, честно говоря, мне непонятна идея превратить округ Колумбия в штат. Ведь сама философия создания округа Колумбия была в том, чтобы столица не принадлежала ни одному штату. Сегодня мы должны говорить о том, что будет один штат со столицей федеральной, а все остальные будут сами по себе. То есть здесь, ну, в общем-то, подрывается сама идея, вот та, которая была заложена отцами-основателями, что федеральный центр не должен принадлежать никому, он должен быть над всеми. И в этом есть какой-то сакральный смысл. Это первое. Второе, то, что касается предоставления статуса территории Пуэрто-Рико. Ну, в общем, вопрос не новый, просто вот к этому подошли уже с конкретными предложениями сейчас. Вот. То, что говорите вы, что демократы рассчитывают на то, что
таким образом они получат дополнительные голоса в Сенате. Вполне возможно, и снова-таки их трудно в этом, в общем-то, обвинять. Они делают то, что выгодно им, а не их оппонентам. С другой стороны, вот, может быть, Борис сможет нас спросить, а почему, вот я никак не могу понять, почему это принимается как данность, что если демократы получат там Пуэрто-Рико и, скажем, округ Колумбия, то они однозначно получат большинство, поддержку в этих местах и большинство в Сенате на годы вперед. Почему республиканцы принимают это как данность? Почему республиканская партия не пытается бороться за выбор в этих местах уже сейчас? Почему так? Это вопрос к Борису. С другой стороны, вы знаете, у меня вообще руки опускаются, когда я вспоминаю, как проходили выборы, которые были в немалой степени фальсифицированы. И при этом республиканцы боролись, и ни один суд их не выслушал, включая и Верховный суд. Вот этот вопрос, почему это произошло, он, на мой взгляд, имеет массу ответов, и ни одного, который бы заслуживал серьезного внимания. Почему вы не боролись, республиканцы, 3 по 4 ноября ночью? Почему вы не боролись после 4 ноября? Почему боролись так слабо? Ведь мы постоянно говорили о том, что огромное количество фактов, которые свидетельствуют, что выборы фальсифицированы, особенно в тех штатах, которые называются Battleground, и ни к чему это не привело. И мошенники победили. И сегодня президент Соединенных Штатов, наконец-то он 11 марта вышел к народу и хоть что-то сказал. Мы имеем президента, который сидит у себя, как он сидел, просидел вот все эти дни, все эти месяцы во время пандемии. У себя он просидел где-то в подвале и не высовывался, и не встречался с избирателями практически. И сегодня мы получили президента, который не то что в твиттерах ничего там не сообщает, мы вообще имеем какого-то президента, который забывает имя там министра обороны. И так далее. Вот почему мы довели до этого? Я считаю, что, Александр, вы совершенно правы, когда вы говорите о том, что демократы, они добиваются того, чего они хотят добиться. Почему им это дают сделать, республиканцы? Здесь для меня просто, я не могу сказать секрет, это повод для возмущения. Импичмент второй Трампу выносится, и при этом 10 республиканцев выступают за этот импичмент. Сегодня мы говорим о Пуэрто-Рико. Уже есть ряд республиканцев, которые говорят о том, что, ну, это вполне вероятно. Это республиканцы говорят, это говорят не демократы. И сегодня они что, не понимают, что 95% в Вашингтоне, в городе Вашингтоне, за демократов? Это значит, будут 2 сенатора демократа в Конгрессе, в Сенате. Пуэрто-Рико, там в принципе огромное количество демократических настроений. Это демократический штат. Да, вы, Александр, правы, вполне вероятно, можно работать на этом острове и как-то перетянуть. Но мы видели, что произошло в Джорджии. 2 республиканца, сенатора, они, в общем-то, побеждали. Но после того, как прошло голосование, по минимуму вдруг оказалось, что победили демократы. И в результате 50-50 сегодня в Сенате, учитывая, что вице-президент демократ, получается в Сенате большинство. Еще будет, если 2 штата, будет 4 сенатора, будет подавляющее большинство в Сенате. И демократы тогда будут без всяких проблем проталкивать свои вопросы и решать их. Итак, Борис, а как вы отвечаете на этот вопрос, как видный представитель республиканской партии? Господа, вы оба правы, предъявляя претензии к нам, республиканцам. И в то же время я хочу сделать поправку. Дело в том, что Пуэрто-Рико с населением 3,2 миллиона передано в ведение Америки в 1899 году Испании. И надо прямо сказать, пуэрториканцы, будучи гражданами Америки, не являются юридическими лицами, которые пользуются всеми благами и всеми правами американцев. На то есть несколько причин. И это, причем не пользуются, несмотря на то, что
что они участвуют во всех войнах, в которых вовлечена была Америка с 1917 года. Значит, какие причины? Первое. Во-первых, уже прошло 5 референдумов с тех пор, как Пуэрто-Рико является неформальным членом американского общества. И на каждый раз пуэрториканцы голосовали за то, чтобы стать неотъемлемой частью, то есть очередным штатом Америки. Не осуществлялось по многим причинам. Одна из главных причин Америки, и эта причина будет играть решающую роль сегодня, и я уверен, как бы ни представляли себя демократы, будучи в большинстве в Нижней Палате и в большинстве в Сенате, они не смогут сделать так, чтобы Пуэрто-Рико стало очередным штатом. По нескольким причинам. Первое – это экономическая проблема. А сегодня Пуэрто-Рико должно 74 миллиарда долларов. Пуэрто-Рико – государство, в котором нет инфраструктуры элементарной, нет полезных ископаемых. Самая развитая индустрия там фармацевтическая и нефтеперерабатывающая. Причем нефть привозится туда для того, чтобы ее перерабатывать и использовать и продавать. Своих источников, нефтедобывающих источников там нет. Более того, народ испаноязычный. У нас есть свои требования к странам, которые могут стать штатами, очередными штатами нашей страны. Я вам напомню, что Аляска и Гавайи, которые последними вошли в часть Америки, а это было в 1959 году, они уже были англоязычными. Это способствовало вовлечению в Америку как очередных равноправных штатов. Более того, я внесу поправку в претензии, предъявляемые республиканской партией. Именно Трамп придал особое значение Пуэрто-Рико, развитию Пуэрто-Рико. Напомню вам, после урагана Мария именно Трамп выделил 13 миллиардов долларов помощи пуэрториканцам. И в то же время перед Трампом стоял вопрос, и стоит ли инициировать вовлечение Пуэрто-Рико в семью равноправных штатов Америки. Трамп, будучи прагматиком, бизнесменом, взвесив все за и против, сказал, что при наличии 74 миллиардов долларов, которые мы должны будем покрыть, и вложение триллиона долларов в экономику Пуэрто-Рико, чтобы поставить ее на ноги, мы сегодня этого позволить не можем. И вот сегодня эти же проблемы остаются. И я уверен, разумные головы в Конгрессе и среди демократов, и среди республиканцев не позволят после бурных обсуждений принять в семью Штатов Америки очередную территорию или страну в лице Пуэрто-Рико. Вот это Борис, вы знаете, вот для меня это совершенно неубедительно, то, что вы сказали. Там нет инфраструктуры, нужно простить 74 миллиарда долларов, вложить 1 триллион. Мы сегодня подписали билл на 1 триллион 900 миллиардов долларов, потому что это выгодно демократам. Сегодня мы говорим о том, что президент Байден разрешает 11 миллионам тех, кто у нас живет нелегально, проживает в Соединенных Штатах Америки, в течение 8 лет получить гражданство. Это те люди, которые в основном сядут на государственные программы, а именно на шею налогоплательщикам, и будут стоить нам миллиарды долларов. И, кстати, по закону воссоединения семей, к ним еще каждому приедет по 30 их родственников, которые тоже сядут на государственные программы, и это будет стоить, вполне возможно, тот же триллион долларов. Сегодня вы говорите, что Трамп, он разумно подошел к тому, что мы финансово не можем все это позволить себе, Соединенным Штатам. У нас есть еще и проблемы, связанные с языком и так далее. Но разум отсутствует, когда начинает руководить всем идеология. Сегодня для демократической партии совершенно не нужна математика. Вы знаете, существует уже сегодня, либералы ее придумали, этноматематика.
Их совершенно не интересует реальность. Они хотят руководить этой страной всегда, точно так же, как в 1917 году, в 1900, большевиков не интересовало, что будет со страной, которой они завладели. Поэтому в результате мы получили Советский Союз, от которого избавлялись в течение 70 лет весь демократы и идиоты, готовы потратить огромные деньги на 11 миллионов. Сейчас я хочу перейти к теме границ. И, кстати, на этой неделе появилась в Нью-Йорк-Пост статья о том, что негласно уже Байден практически открыл границы. Не сообразуя это с мнением Нижней Палаты Конгресса, Верхней Палаты Конгресса, то, о чем говорил Берни Сандерс, то, о чем говорит Элизабет Уоррен, давайте откроем границы. Нам еще десятки миллионов войдут, и это будут потенциально избиратели Демократической партии, это их электорат. Сколько это будет стоить стране? Да плевать. Вы говорите об одном триллионе долларов Пуэрто-Рико? Да ведут, лишь бы получить еще двух конгрессменов. И, кстати, в Нижнюю Палату еще укрепить таким образом. Я считаю, что здесь ни в коем случае не работает никакая философия, никакая логика, никакие экономические темы, когда идеология главенствует, она выше всех наук, она выше элементарной математики, Борис. Геннадий, позвольте мне добавить, что именно при Трампе, а не при Буше, а не предыдущих президентах, республиканцев, именно при Трампе началось особое внимание, которое было уделено и афроамериканцам, и латиноамериканцам. Именно при Трампе латиноамериканцы в Америке, безработица с 8,9 при Трампе упала до 4,6. Такого не было никогда. Именно Трамп разработал специальные программы помощи малым бизнесам, принадлежащим латиноамериканцам и афроамериканцам. То есть это в ответ на претензии, которые предъявляются республиканской партии. И я считаю, и мы сегодня над этим работаем, мы настаиваем на том, чтобы эта инициатива Трампа была поддержана, развита и углублялась. И не случайно сегодня молодежь латиноамериканская и афроамериканская сегодня больше поворачивается в сторону республиканцев. Сегодня создаются клубы молодых латиноамериканцев. Афроамериканские клубы. Борис, мы прекрасно помним, и немало афроамериканцев и латиноамериканцев поддерживали Трампа во время выборов. Но, возвращаясь в Пуэрто-Рико, я еще раз хочу сказать, что сегодня, когда страной руководит не Трамп, а руководит Джо Байден, Пуэрто-Рико может стать 52-м штатом, так же, как Вашингтон, Д.С. Именно потому, что их не интересует ни экономика, их не интересует латинский, испанский язык, их ничего не интересует, кроме идеологии. А их идеология получить эту страну навсегда. Ради этого они готовы нас всех пустить налогоплательщиков по миру. И можно добавить еще одну тему. Я хотел бы уже обратиться к Александру, чтобы он прокомментировал эти уже действия на этой неделе нынешней администрации. Президент Джо Байден принял решение о возобновлении действий программы приема несовершеннолетних детей из трех стран Центральной Америки. Это, кстати, вот Гватемала, Гондурас и Сальвадор. Те страны, которые, как подчеркивал Трамп, откуда идут наибольшее количество всяких бандитов, контрабандистов и так далее, представителей различных криминальных группировок. И напомню, это вот те страны, которые к нам посылали караваны через Мексику и посылают теперь. Так вот, ведь удивительная статистика на этой неделе появилась. За февраль больше 100 тысяч нелегалов к нам вошли в Соединенные Штаты Америки. Умножьте на 12 месяцев, это будет 1,2 млн. Эти люди, они получают здесь и водительские права, они получают здесь и медицинскую страховку, они заходят сюда с перспективой получить здесь гражданство, поскольку идея дать гражданство 11 миллионам, эта идея им кажется очень перспективной и для них, и для их семей. Иными словами, здесь опять-таки разговор о том, что увеличивая электорат на десятки миллионов, Демократическая партия надеется, что она получит возможность руководить этой стороной всегда. Александр, вот по поводу вот того, что происходит у нас на границе. Во времена Трампа это было названо катастрофой, а сейчас нынешняя администрация называет это вызовом.
вызовом, на который непонятно, как она реагирует. Пожалуйста, ваш комментарий. Я пару дней назад смотрел брифинг губернатора штата Техас, который вот как раз вот сказал об этих 100 тысячах, которые за 2.5 месяца пересекли Рио-Гранде. Это действительно большая проблема. Причем сейчас, если раньше мы говорили о иммиграционной политике, о еще каких-то вещах, сейчас, сегодня, когда мы говорим о нелегальных мигрантах, которые попадают в США через южную границу, мы должны говорить не только о социальных, политических последствиях. Это проблема безопасности, причем речь не идет о преступности. Мы сегодня проводим вакцинацию населения в этой стране и пытаемся поддерживать какие-то карантинные меры. В это время у нас по 30 тысяч в месяц приходят людей, которые непонятно откуда пришли, непонятно, что они принесли, какой очередной штамм вируса они сюда принесли, кроме всего прочего. Вот. И что с ними делать, и где их потом искать. Вот. Поэтому это нужно рассматривать как угрозу национальной безопасности, а не как какую-то там иммиграционную политику. Это первое. Второе. Такое впечатление складывается, что вот проблему с нелегальной миграцией, она определенным образом перекладывается на плечи штата. Вот есть несколько приграничных штатов, вот это их проблема, это им нужно все заниматься. Сдерживание иммиграции, организация лагерей и прочее, прочее. Это федеральная проблема, этим должно заниматься федеральное правительство. Это федеральное правительство отказывает постройке стены. Федеральное правительство, я хочу подчеркнуть, готово идти на самоубийство нации, вы совершенно правы. С каким штаммом коронавируса к нам приходят, не говоря уже о криминальной всей этой ситуации, мы совершенно не знаем. Уже отмечено, что огромное количество людей зараженных идет через Мексику к нам в страну. То есть мы готовы пойти на самоубийство, но главное это торжество демократической партии. То, что я и подчеркиваю в сегодняшней программе. На что угодно. На идти в финансовую пропасть. Идти на уничтожение нации различными заболеваниями. Я уже не говорю на уничтожение нации, поскольку здесь все эти банды, они будут торжествовать, они будут идти вперед каждому дому. Мы говорим о том, что эта партия, эта администрация готова пойти на все, что угодно, лишь бы решить главную проблему. Республиканская партия должна стать номинативной в Соединенных Штатах Америки. Главная партия и единственная должна быть демократическая. Борис, буквально несколько минут у нас осталось. По поводу ситуации на границе несколько слов. Ситуации какой? На границе. На границе? На границе. Ну, что вам сказать? Сегодня демократы, невзирая ни на что, втаскивают в Америку троянского коня. Это будет то самое оружие, которое практически разорвет нашу страну на почве расовой. Я уверен, что будет напряжение не только между белыми и афроамериканцами, но и между латиноамериканцами, азиатами и другими. Судя по той политике, которую сегодня проводят демократы внутри страны, это неизбежно. И та лавина, которая сегодня хлынула благодаря Байдену в нашу страну, а за один только февраль в нашу страну перешло границы 100 тысяч нелегалов из пяти стран латиноамериканских, и сегодня движется новая волна, и притек с Ближнего Востока. Время подошло к концу, да. Я еще раз хочу сказать, на мой взгляд, это катастрофа, и не только на мой взгляд. Дамы и господа, я благодарю вас за внимание, Борис, Александр, благодарю вас за участие в программе, всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.